Очень хочется увидеться, встретиться. Препятствия есть, какие-то сложности на пути, но очень хочется видеть вас. Да, вы знаете, перейти на другой уровень. Хочется с вами изменить все, стать императором, законным супругом, открытым партнером, парой, мужем, да, отцом ваших будущих детей. Пока это по каким-то причинам невозможно, он думает. Он скучает, он страдает, если вы на расстоянии. Мир, вы понимаете, хочется быть семьей, хочется быть вместе, а не на расстоянии. Хочется обрести покой, детей, гармонию. Вот его мысли о вас. Он любит вас, постоянно вспоминает все, что было между вами. Его мысли о вас сейчас. Вы знаете, хочется, чтобы все желания, все мечты вот этого совместного будущего сбылись. Чтобы все было честно, чтобы он мог обладать вами, да, всю страсть реализовать. И тут уж сейчас взаимная любовь у вас.